Всем привет, уважаемые подписчики. Ну и, конечно же, привет всем зрителям моего канала. С вами Димка, и я продолжаю прохождение игры Far Cry 4. Устраивайтесь, друзья, поудобнее перед вашими мониторами. Мы продолжаем. Давайте сейчас, друзья, посмотрим, куда мы отправимся дальше. А сейчас мы направимся, друзья, к Сабалу. Так, ну перед этим давайте, друзья, разыщем транспорт. Надеюсь, те оставили мне хоть какой-то аппарат. Да, вот стоит машинка. Как раз то, что надо. Только давайте здесь все уже окончательно проверим. Возьмем эту со станковым пулеметом. Я думаю, так будет надежнее. Радары Рана на радио Свободный Керат вещает вам истину. Хочу поговорить с вами про Тарунма. Так, еще подкрепление. Не, ну он сумасшедший, реально. И довольно-таки быстрый. Что ты там про мой труп говорил? Засранец. Там уже, когда до Сабала доберусь, надо будет, конечно, подобрать хорошую амуницию себе. Напоминает, он все еще правит Кератом. Золотой путь уверен. Сабал, я прошел мост. К северу от тебя Утгарш, процветающий под властью Пейкона, если верить его словам. Золотой путь есть и там. Никто не знает север лучше. Ты должен встретиться с ними. Ну что ж, друзья, давайте отправляемся к этим повстанцам. Где эта тушка?
Извини, мы можем поговорить? Ты видишь, я занят. Ремонт движка точно не мое. Да я заметил, что вы все какие-то тут. Это был кошмар. Точно. Шкурку боюсь попортить. Ладно, пускай живет окаяны. Так, надо будет еще шкуру топиров раздобыть. Она мне пригодится. Это да! На бочок, уродец, блин. Чуть не ушатал меня. Не, выстрел, конечно, да. Так, сейчас избавлюсь от одной шкуры. И посмотрим, подойдет ли мне шкура носорога. Повстанцы эти куда-то забрались, а бог знает куда. Хорошо, что у меня внедорожник. Замечательно, вот мы прибыли на место. Так, я разыскиваю просто, да, боеприпасов у них здесь, конечно же, нету. Здесь простые крестьяне.
Они ждут тебя внизу. Зашкерились. Хорошая нычка. И, пожалуй, может, я тут смогу что-то полезное себе найти. Аджай, спасибо, мы снова золотым путем на юге. Скажи Амите и Сабалу, что мы готовы. Цели уже... У вас тут чудный дом. Нет, да брось, моя семья. И часто он к вам приезжает, за мной не было хвоста просто. Волшебно. Красное дерево, да? А вы идеальная пара. Точно, Пейган. Практически соль земли. А мне говорили, что истинное воплощение гостеприимства Уткарша — это, без сомнений, Ранас. Так близко. Мы у многих спрашивали, и все буквально в один голос подтверждали. Они само гостеприимство примут любого. Я сперва не поверил. Напросился в гости. Как говорится, доверяй, но проверяй. Милашка. Понимаете ли, я хотел предупредить. Да, сэр? Точно. Итак, вы могли не знать, но от меня не укрылось, что вокруг есть крайне недостойные люди. Я боюсь, что эти люди, эти террористы, воспользуются вашим гостеприимством, повредив вашей репутации. Мы же этого не хотим, правда? Аджай, ты бы уже полностью вылазил, а то, блин, я не знаю, полголовы высунул. Ну, вы позволите мне защитить вас? И сохранить вашу репутацию. Конечно, король Мин. Ваше желание — закон. Рад, что мы с вами договорились. Что ж, не буду вас отвлекать. Да, еще одну минутку. А еще говорят, что я далек от народа. Точно он слепой. Нет! Сайонара! Я за Пейганом. Сабал! Вижу Пейгана! Я преследую его! Кто? Ты уверен? Так точно! Ты справишься, брат! Стой, ублюдок! Не уйдешь! Не дадим ему уйти. Да как так? Меня преследует какой-то козел на гирокоптере! Избавьтесь от него! Тварь!